детском саду номер 70 – радостное и долгожданное событие. Открытие многофункциональной спортивной площадки, которая появилась здесь благодаря поддержке компании «Фосагро». Этот детский сад – одна из площадок, на которых реализуется проект «Детям России. Образование, здоровье и духовность. ДРОСТ». Он был запущен по инициативе заместителя председателя Совета директоров ПАО «Фосагро» Андрея Григорьевича Гурьева в 2003 году. Сегодня проект объединяет тысячи детей в городах присутствия компании. Они занимаются в бесплатных секциях, участвуют в соревнованиях. Для малышей из 70-го детского садика в рамках проекта создаются все условия, чтобы они росли веселыми и здоровыми. Наши дорогие друзья, наши замечательные шефы, «Фосагро» опять дарит нам такой замечательный спортивный подарок. Спасибо вам огромное за то, что мы думаем о будущем. И это то предприятие, которое прекрасно знает, что будущее в руках нынешних детей. И значит, все самое прекрасное и замечательное должно быть предоставлено им. В спортивном зале детского сада работают два тренера. Проводятся занятия по баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике и плаванию. Поэтому ребята не понаслышке знают, что такое физкультура, и уже могут точно сказать, какой вид спорта им больше по душе. Мне все равно нравится больше баскетбол. Почему? Потому что там более лучшая команда, чем во всех остальных. Мне больше всего нравится эта площадка, потому что на баскетбольной здесь много моих подружек. Новая площадка очень вместительная. Заниматься игровыми видами спорта здесь смогут одновременно три группы ребят, разделившись на команды. Можно устроить состязания между товарищами. А можно и юных спортсменов из других детских садов пригласить на соревнования. Тем более, что ребята уже знают, как собрать команду чемпионов и кто будет в ней лидером. Это Данила. Ну это Данила наш. Вот он. Сейчас вижу. У нас есть самый сильный игрок. Это Никита. Он мой друг. Здравствуйте. Необходимый инвентарь юным спортсменам вручил директор балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев, отметив, что, возможно, именно на этой площадке подрастут будущие чемпионы. Дети, вот видно, как веселятся. Конечно, душа радуется. Это же наши будущие дети. И вкладываясь в детей, мы вкладываемся в свое будущее. А самое главное, это детям радостно и весело. Наверняка вот здесь, вот на этих площадках спортивных, тематических, они получат свои какие-то первые спортивные навыки. Да, пойдут в будущем, возможно, в какие-то спортивные секции, возможно, вырастут чемпионы. Это все закономерно. Благодаря шефству «Фосагро» в этом детском саду отремонтирована кровля, восстановлен бассейн, открылся шахматный класс. Преобразилась и территория вокруг здания. Появилась игровая площадка, зона для изучения правил дорожного движения, а теперь вот и многофункциональная спортплощадка. Спасибо, вот нам сделали новую площадку, где дети у нас уже начали заниматься волейболом, баскетболом, футболом. То есть хочу сказать, «Фосагро» очень много уделяет внимание для развития будущего поколения. На следующий год наша подготовительная группа выйдет в школу. И, естественно, им придется одним переходить и улицу, и со школы возвращаться, и правила дорожного движения для них очень будут полезны. У компании «Фосагро» и организации «ДРОСТ» на 70-й детский сад большие планы. И пока дети испытывали новые спортивные площадки, взрослые осматривали прилегающую территорию и обсуждали, какие изменения здесь предстоят. И проект у нас на 5 лет вперед еще, вот именно этого садика. На следующий год мы думаем, вот сейчас видите площадка ГАИ, да, как бы, его хотим резиновое покрытие, резиновое, чтобы было помягче. И далее сносить вот это все беседкой и объединить площадку ГАИ вот с этой беседкой. То есть тема ГАИ будет продолжаться как раз с этой беседкой. Далее у нас две беседки вот там, тоже их сносить полностью, объединять в одну беседку большую, красивую, то есть сделать, и общую игровую площадку делать. Этот детский сад – один из лучших в городе Балаково. Его коллектив и развивающие программы не раз отмечены на конкурсах, а воспитанники завоевывают награды на соревнованиях. И компания «Фосагро» вносит существенный вклад в эти достижения, помогая создавать базу для развития ребят. И эта работа будет продолжаться.